Дом-музей «Якутская ссылка» отметил свое 65-летие. В этот день работников музея пришли поздравить друзья, школьники и любители истории. Юбилейный вечер посетил и мой коллега Юрий Осипов. Этот музей в народе больше известен как Романовка. Он получил свое имя в честь владельца дома. Как средство пропаганды коммунистической идеологии, в первые годы работа музея была посвящена лишь одному событию – вооруженному протесту полицейских 1904 года. Это музей размещен в доме Федота Романова, мещанина города Якутска, где происходили печально знаменитые мероприятия Романовки, кровавые события, вот, период Якутской ссылки. Самый старый экспонат музея – зерцало, на котором в начале 18 века вывешивались императорские указы. Оно было найдено в фондохранилище музея Ярославского и возвращено к жизни реставратором Василием Протопоповым. Таких в России лишь 11, три из них находятся в Якутии. Но это лишь один из экспонатов музея. Многие были найдены сотрудниками. Некоторые из них лично общались с свидетелями той эпохи. Меня перевели, я тогда уже вплотную стала заниматься этим. Ну, работа очень интересная, потому что очень много полицейских было, и детей их, вот детей особенно, я знала лично так. Ну, все-таки у меня возраст очень такой еще довоенный, как говорится. И тогда многие еще были живы, и даже те, которые здесь ссылку отбывали, те, которые дети, внуки даже. Со временем музей расширил свою тематику. Здесь не только история Романовки, но и якутской ссылки в целом. Здесь собраны уникальные экспонаты, архивные документы, фотографии разных времен, которые сейчас являются источником знаний и информации для будущего поколения. Юрий Осипов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.